делай добро, делись им, распространяй, ищи единомышленников и всегда поступай по справедливости. Самое страшное слово – война, но страшнее всего, когда убивают самых беззащитных. Солдаты Победы – это великие люди. Они сражались за Родину, они спасли Родину, они победили. Наша следующая номинация – лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни. Для награждения победителей на сцену приглашаем олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, лучшего тренера мира Александра Борисовича Лебзяка. Хотел бы поздравить всех с Днем Героев Отечества и Советского Союза, России. Самое главное – пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия. Наша молодежь всегда равняется на вас. Спасибо вам огромное. С праздником вас! Итак, переходим к награждению. Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни. Победителем становится... Илья Шадриков. Проект «Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». Московская область, город Красногорск. Закаливание – это отличный способ укрепить свой иммунитет. В рамках акции «Быть здоровым – это модно» молодые спортсмены из разных регионов России обливаются холодной водой, которая окрашена в цвета государственного флага. Акция помогает вести здоровый образ жизни не только детям, но и взрослым. Многие ребята участвуют в акции вместе со своей семьей. Друзья, всем здравствуйте. В первую очередь всех с праздником, с великим днем, День Героев Отечества. Сколько мы знаем друг друга, я провожу не только эти мероприятия, но бои. Почему-то, Александр Ильич, вы приезжаете на бои, а на обливания ни разу не приезжали. Вот, в этом году мы объединили 20 регионов, мы проводим мероприятия одновременно через телемост. В следующем году представители регионов, если кто еще не присоединился, присоединяйтесь к нам. Мы всегда проводим мероприятия именно в канун Дня Защитника Отечества. В этом году уходящем как раз Daily Mail, английское агентство, выложило пост об этом мероприятии со словами «В сети появились шокирующие кадры». Но на самом деле это русский дух, и еще раз мы показали, что нас, россиян, не сломить. Еще раз всех с праздником. Спасибо. Спасибо, Илья, с праздником. Александр Борисович, спасибо.